Болельщик команды «Ермак» превратил свой гараж в музей ангарского хоккея. Клубную атрибутику мужчина собирает уже около 7 лет и за это время успел накопить внушительную коллекцию. Накануне спортивного энтузиаста посетили игроки нового состава «Ермака». В гараже музея побывала и наша съемочная группа. У тех, кто следит за играми хоккейного клуба «Ермак», при посещении этого места, вероятно, начнут разбегаться глаза. Истинному фанату здесь есть на что посмотреть. Настолько, что обыкновенный гаражный бокс уже вполне можно считать музеем. Его владелец Сергей Петров хоккеем увлекался в детстве и даже играл за дворовую команду. У любви к этому виду спорта открылось второе дыхание после того, как оказался на трибуне в качестве болельщика. В конце 2014 года, в начале 2015, меня товарищ пригласил на стадион посмотреть матч хоккейного клуба «Ермак». С этого все и началось. И просто была задумка, что сделать мини-музей, потому что у нас на «Ермаке» нет музея. И будем говорить, ну как для себя, для потом я познакомился со многими болельщиками, для них. О музее и гараже среди местных поклонников хоккея знают многие. Детишек, играющих за дворовые команды, не раз приводили сюда на экскурсии. А сегодня к Сергею Викторовичу приехали игроки нового состава «Ермака». У тех, кто играет за клуб уже не первый год, экспозиция вызвала сентиментальные, ностальгические чувства. Это же этот самый. Это же тот самый. Как его? Кучерявый такой. Формы игроков разных лет, афиши, флаги, вымпелы, шайбы и всевозможный мерчендайз, имеющий отношение к «Ермаку». Здесь несколько сотен экспонатов. Некоторые вещи приобретались по объявлениям. Например, вот эта клюшка – самый ценный экземпляр. Была изготовлена около 30 лет назад специально для ангарской команды. Были удивлены вообще, в принципе, что есть такое место, что есть человек, который организовал, да, у себя в гараже. Ну, приятно, что есть такие болельщики, собирают информацию. Болеют за нас, поддерживают. По окончании экскурсии игроки оставили автограф на памяти и поблагодарили Сергея Викторовича за многолетнюю поддержку на матчах. Тот, в свою очередь, пожелал им зарядиться командным духом до начала сезона и чаще радовать болельщиков меткими бросками в ворота соперников. Александр Бычков, Роман Буйнов. Местное время.